Ну и хочу показать тут несколько моих самоделок новых. Первая из них, конечно, вот такая. По сути, что это такое? Это кубик 2 на 2 на 2. Но вот так, но вот очень такого тонкого размера. И сравнивать с обычной двушкой, конечно, два раза уже, как бы наполовинку здесь и здесь был просто он как бы срезан. На самом деле это я сделал из двушки мини, там есть разных размеров. Но я, конечно, делал из такого. Очень много китайских производится двушек мини в этих всех ларьках, сувенирных лавках там полно. Как бы дел из четырех, вот если вы можете посмотреть, то из четырех двушек мини, вот если вы... Вот. Вот, видите, как это все. Вот. Тут детали доклеены. Так, здесь. И здесь. И так на каждом кубике, по сути. Вот. Значит, видел я такой в интернете, там полно там всяких. Там. Вот. Вращать на самом деле очень плохо у меня. Очень плохо. Совершенно недоволен. Ну, включая то, что двушка мини вращалась. Так плохо это, в принципе. Вот. Очень хрупкая тоже конструкция. Ронять нельзя на пол. Ни в коем случае. На самом деле плохо вращается, локапит постоянно. Недоволен я. Не знаю, советую, не советую делать. Так. Также. То есть, по сути, как бы, как вы выглядит, как будто 2 на 2 на 1, но разрезан пополам. То есть, 2 на 2 на 2. Также крутится, собирается, там все. Ничего интересного, по сути. Вот, также сделал я еще один кубоид. Наконец-то пропорциональный. 2 на 2 на 3 у меня появился. Несмотря на такой вроде вид, такой более-менее как на нормальный, да. На самом деле, вращается она неудовлетворительная, на самом деле. Вот этот. Похуже, чем этот. Здесь эти вообще ужасно вращаются. Но это самый первый, говорят, что... Потом, при следующих попытках, у всех так первый 2 на 2 на 3 сделанный данным способом. Ну вот. Одел я его из трешки мини уже. Такой занудный процесс. Несколько месяцев делал. Вытачивал элементы все. По сути, вот, ну вот. Вся проблемка, ну... Короче, можете посмотреть в интернете, как делается. Вот вы видите, вот. Ребра, видите, вот. Сейчас покажу. Тут. Уголки, видите, обрезаны пополам. И вот ребра здесь. То есть, поскольку как бы слой обрезан, скруглен наполовину, вот неполное обрезание слоя. Надо было использовать это, когда я делал кубой 4 на 4 на 3. Ну ладно, все равно сделал его. Вот, и, короче, вращается. И вращается неудовлетворительно вот эти слои, потому что, видите, тут неровно приклеено ребро. Вообще, вся проблема в том, что тут надо... Просто ровно, как бы, приклеить вот эти вот 4 ребра. И в этом вся проблема, потому что... Они могут быть... отклонены кверху, к низу. Может вообще быть скошены, как у меня. Там. В левую сторону, вот так. То есть, короче говоря... Надо было использовать технику, чтобы их выровнять. Надо было класть стопку карт и... Уже за счет этого, естественно, наращивать. А также, да, тут я под углом 45 градусов отрезал вот эти 8 ребер, которые там находятся. Ну и, короче, вот такая штука получается. Вот. Не знаю. Вот. Сейчас уже конструкция более-менее как уже завращалась. Но все равно, конечно, не идеальный, хочу им сказать, кубик. Могу бы быть бы гораздо лучше. Не знаю. Хочется приделать. Мне понравилось его делать. Делал несколько месяцев, но времени, поскольку было вообще очень мало у меня. Делал бы еще по-моему, с сентября месяца еще делал. Еще. Сколько месяцев прошло? Так. Десять месяцев прошло, вот.
10 месяцев делал. Так-то у меня времени не было. 9 месяцев, поэтому особо так не делал. Так-то сделал все достаточно быстро. Тоже. То есть, если у вас много времени, можете сделать это. У меня вообще всегда времени в обрез. Видите? Стачу центральные детали. Вот такая вот конструкция трешки мини. Оригинальная от Рубика использовал. Очень много китайских тоже, но они похуже. Вращается, я использую еще самый нормальный. Именно надо, чтобы был 3 сантиметра размер, да. Вот. Сейчас тоже работаю. В таком же принципе делаю кубоид. 4 на 4 на 5. Вот. Из четверки. Тоже обрезал тут везде все. Вот. Пока что. Скоро вот сделаю. Вот. Не хватает этих кредиток у меня, чтобы что-то... Видите, тут что-то эта сторона как-то локапит. Кажись, надо тут еще что-то подпилить, чтобы было нормально. И тут надо еще нарастить на пол кубика. Делаю тоже где-то с сентября месяца тоже. Да, локапит конструкция меня... Квадратные повороты меня более-менее как устраивают. А вот эти кубоидные, вот эти, которые... Прямоугольные вот эти. Где прямоугольные грани, они... Ну, что-то как-то не устраивают, кажись... Надо бы тут, конечно, подпилить все очень серьезно. Также вот эти элементы неровные. Использовал пластик, чтобы их наращивать. Сейчас уже купил новый кубик 4 на 4 на 4. Вот. Наращивать буду деталями оттуда. Вот это тут вот я вообще очень пожалел, чтобы вот эти плитки тут были. С плитками была четверка. Можно делать там из разных четверок, где механизм кубика 5 на 5 на 5. Не ядра, а именно 5 на 5 на 5. Вот. То есть, самое сложное делать центральный слой. Надо из маленьких деталек, надо маленькие детальки догадаться нарастить так, чтобы были большие. Ну, вот если вот я вам, например, покажу. Вот, вы видите. По сути, вот так вот. И вот что я сделал. Под углом 45 градусов некоторую часть вот этого ребра от кубика 4 на 4 на 4 спилил. Вообще, это был, по-моему, угловой элемент, ну ладно. И так вот приклеил. Клеить надо на очень хороший клей. Желательно, конечно, чтобы он был долго сохнущий, но клеил за сутки, клеил очень хорошо. Чем обычный такой вот маленький клей. Сейчас покажу, где он у меня тут. Где он у меня? Так, не могу никак найти, где тут клей мой. Ничего. Ну, короче говоря, надо использовать нормальный, который клеит. Вроде долго, но нормально. Чем этот хрупкий, где много... Ну, есть два типа клея такой, в маленьких тюбиках такой, который еще неприятно, когда мама попадает на руки там. Когда пальцы склеиваются, вот такой. Мы обычно маленький такой. А есть еще в таких больших тюбиках, но клеит он, конечно, гораздо лучше. Вот именно такой в данном случае советую использовать при вот делании вот этого слоя. Будет приклеено идеально. Ну, вот особенно вот эти вот меня вот очень, конечно... Элемент, видимо, из-за них ведь все и локапы. Из этого среднего слоя. Ничего, буду регулировать, буду все делать. И также еще хочу сделать на таком же способе кубоид 5 на 5 на 6 из шестерки. Это уже будет совсем не скоро, но... Вообще, что меня такое тут напрягает? И можно также сделать кубик 5 на 5 на 4. Будет еще сложнее. Очень сложно, но сделать возможно. Может потребоваться лет 5, 6, 7 даже, чтобы сделать. Парочка человек в интернете, там тройка сделала. 5 на 5 на 4 данного способа. Вот видите, что я сделал? Вот. Раз, тут это спилил наполовину. Но мне очень не нравится, что в кубоиде 5 на 5 на 4 будет. Вот видите, только с одной стороны обрезан. Такая тоненькая деталька. Еще с другой стороны. Как-то вообще будет. Будет вообще чуть ли... Вообще не будет хватать места, чтобы этому зацепиться, как бы, чтобы это кубик. Придется на какую-нибудь ее эту спичку сажать, на какую-нибудь зубочистку там. Вот. Выбора другого нет просто. Конечно, можно использовать кубик 5 на 5 на 5, но я использую 4 на 4 на 4. Вот такой принцип. Так, как я вставил? Вот, да, не суть. Все, потом буду стачивать. Дайте-ка я это переверну, потому что в перевернутом виде, думаю, будет вращаться лучше, да. Короче, тоже сделаю, покажу. По крайней мере, он меня не попит. В отличие от нормального кубоида в массовом производстве 4 на 4 на 5, вот.
Как-то так, не знаю. Сейчас покажу механизм вот этого самоделки. Сейчас, так. Так, значит, разбираем. Так. Эти маленькие. Тут вот эти ребра, вот эти, заполнять обязательно, ведь. Потому что могут сломаться. Я использовал, к сожалению, полый. Есть два вида этих кубиков мини. Есть там, где ребра полные, как бы внутри относительно. Есть вообще полые, очень тоненькие. Я использую, к сожалению, такой, где полые. Да вообще что-то такое, как-то сложно последние дни купить. Что-то везде. Раньше вроде как-то продавались, лайк, как теперь дружки мини стали. Не знаю. Вот, что сделал это вот зафиксированный, как бы, ребро, за счет которого блок. И не прокрутится внутри всех этих локапов, нет. Связанных с этим, которые иногда бывают от разных фирм кубика 6x6x6, там, там особенно оригинальный, там, Vivi Cube. Шинг-шоу пока не было. Хотя тоже жалуются некоторые люди, но я им что-то не верю. Но, вот, вот такое вот ребро, тут вот под, так вот подточено. Короче, не полное обрезание слоя. Ну и вот тут приклеено так. Уже... Вот так вот. Короче, можете посмотреть видео, как это сделать. Вы видите в интернет, там есть на английском, там полно. Можно делать, кстати, из обычного кубика так, но уже тут каждый кубик будет не нормального размера, как в кубике Рубика, а уже размера. По 30 сантиметра будет каждый кубик. Будет просто, он будет просто будет гигантских размеров. Кубоид, что мне как бы не очень так понравилось тоже. У меня уже были гигантские кубоиды. Самодельные. Так. Значит, это собираем. Это. Да. Смазывал его этим сливочным маслом кубик. Уже что-то стал. Сначала кремом мазал, потом сливочным маслом. Сливочное масло, конечно, хорошо действует на некоторые гламки, которые не хотят вращаться. Вот на эту, например, более-менее как еще уже подействовал. Сейчас все руки будут в этом прется, отмывать их. Да, все наклейки испачкал, черт. Смысл сейчас все равно. Так, это не то. Ну, давайте теперь эту. Вот, трешка мини. Вообще, ну, вообще уже давно есть в массовом производстве эта штука. Но если так хотите, самодельную, потому что мне, например, немножко, честно говоря, вообще нравится эта штука, головка. Вот. Просто меньше денег вы потратите, чтобы, как бы, стоит как-то тоже цена необоснованно дорогая на эту штуку. Тоже непонятно откуда. Как, в принципе, на многие кубоиды. То, знаете, покупайте... Например, Дедекайдер вертолет за 2800. А, собирается на самом деле элементарно. Просто времени потребуется. Побольше там. Часик там потребуется, чтобы собрать. Да, какой часик там. Полчаса, там 37 минут, там где-то так. Собирал тут. Посмотрите видео там буквально. Чуть ранее там заснял только что буквально. Там вчера заснял, как собрать. По сути. Да. Хотя есть и сложные гонки, стоящие дорого. Например, вот этот, например, герой. Собрал его все же. Вот, вообще. Этот тоже. Кстати, попроще, чем тот, но желательно. Ну что, черт, как-то вот быстро время тоже пролетело. Что-то уже... Мне надо уже завязывать видео снимать, потому что... Надо бы, конечно, уже снимать не с... Мобильных устройств, а то жалуются, что вертикально снимается видео, но пока, к сожалению, ничего предпринять не могу. С айфона снимаю пока, с телефона. Отстойная камера, отстойное качество видео, но... Ладно. Ладно уже. Ну что, успеем? К 15 минут. Быстрее. Ну что, быстренько. Так. И тут. Все. Собрано. О, кстати, странно. Вращается вроде лучше. Все. Удачной вам сборки. Все.